по-моему. А ты что? А что за ник у него? Ну вот этот самый Гуи. Гули. Ну так, как слышно меня? Ну-ка, раз, раз, раз. Раз, два, три, четыре, пять. Слышно, как слышно, качество. Хорошо. Мне нравится. Я Гориды кого направил. Я же написал Гориды, что мы пойдем. Ну все тогда. Наемники слышат? Попрессуйте там в чатик. Криты, говорят, Спартан писал, что он тебе, что он зальется к нам. А Спартан пиздит, сразу говорю. Он ничего не говорил. Не, может, он в игре не был? Ладно, скрин сделал. Сказал, да, может, на прошлой неделе, но не на этой. Понятно. Все, больше Спартану не верим. Спартан, да, чисто это пиздец. Ладно, ребят, полетели. А, больно ты как. Драгонс прям сразу скипа куда-то ушли. Ну, да. Драгонс сразу скипа, всем рейдам убежали в какую-то прям сторону. Не знаю. Да, я понял, хорошо. Ну, я не знаю, ребят, там из... Как его зовут-то, блядь? Из ЧСа меня там достаньте, чтобы я слышал. В 12 часах нету гипа. Что за дела? Группа наемники не менялась, и настройки на ней тоже не менялись. Каналам тоже настройки не менялись. Я их создавал. И всех одинаковые настройки. Это у вас уже индивидуально что-то не слышно. Карида, у тебя этот не утащил, что ли, найти, сколько ты взял? Ищем кипы. Же агрессивная дишка. Оп, твою мать. Гранд Эмпайр, блядь, агрессоры. Ищем кипы. Это не смог. Ну, Спартан, есть коротко. Типа, вначале пишем Гарида, Гарида собирает всех наймов, если ты там заливаешься. А не горит и пишет, кого он берет. Обычно ему должны писать. Так, пожалуйста, айдишек. Да, пометили. Айдишек не бейте, пожалуйста. Да, они сами конченые. Но... Я их сейчас помечу. Блин, да, я бежал, мне просто спину заливают, только их пометить. Блять, ебаная игра. Минуту ждем, я перекрашу. Ой, блять, как это хуй-то работает у них, ебаный в рот. А есть на шай? Сейчас перекрашу. Кого не пометил? 10 секунд еще. Обезьян, где я умер? Под узлом. User in your channel timed out. Вот, сейчас все нормально, да? Одежки зеленые, мы белые. Все нормально. Да. Где это самое? Бля, можно другие кипы пометить, пожалуйста? Ну что так, блядь, хуево, а? Всего, блядь, из 8-6 помеченных. Ребята, не бейте разведчиков Азии, ради бога. Они айдишек до сих пор не могут. Бьем. И повторяю, айдишек не бьем. Это наш союзник, блядь. Там. Если он в тупую вас так, хуярить так начинает, не да, не, помет, я разрешаю ебнуть его. Не туда, но, блядь, самому первым ебать его не нужно, пожалуйста. Они не сразу появились. Еще раз говорю, если вас еще начинает бить кто-то из айдишек, окей, разворачивайтесь и даете ему в лицо. Но сами не нападайте так. Пары, кажется, пошли на Акаоне. Еще один кип остался. Да, еще один.
Так, обезьяны вижу. Нету? Что у нас еще есть? БСов не пометили только, все остальные помечены. БСов, да, не помню? Пометьте БСов, пожалуйста. Пометил. Пометил. Не пометил. Хорошо. Обманул. Где? Пять. Он обманул. Да. Он... Это была уловка. Второй заход иду. Сначала, короче, обманул наемников, перебрал их. Потому что их там уже было. А теперь с БСами обманывает. Отлично, все кипы помечены. Замечательно. User entered your channel. Фу-фу-фу. На тучке. Ну что ж, берем лошадей. У нас есть прекраснейший представитель. Empire, если что, зашли на БС. Прекраснейший контент-мейкер в виде жмущей шапочки на голове в помещении, блядь, дозы. И мы поехали на нее. Айдишек можно тоже на дозу. Либо кого-нибудь другого. Но доктор, доктор. Ты сообщи, пожалуйста, айдишкам, что импайры, мы договорились. Слышишь? Окей, хорошо. Угу. Ну, чтобы он не подумал, что мы, блядь, сейчас передолим махаться с ними. Да, ему уже это сказал. Он сказал, теоретически может горстака на себе подержать. Да должен, Горстак, знаете, в сторону этих самых ушел. ПС или куда там по дороге. Да куда хочет посидет. Меня это не интересует сейчас. Они на нас не должны заходить и все. Ребят, быстрее на метку. Чё так медленно, блять? Вроде бы всем пегасов раздали нахуй. А движетесь как инвалиды. Продолжаете. Кто-то так вообще они... на членороге приехал, блядь. Они членороги как у Таира взяли. Блять, даже два человека на членороге. Вы чё, блять, ебанутые, что ли? Сука, ну как... Я не понимаю, блядь. Ладно. Чё у меня пошая? У меня вообще есть синий, блядь? Одна, да? Понятно. Пошли мне за мной. Там продолжают суицидиться. О, ящики нажали. Купола, 3, 2, 1, жмём, влетели. Айдишки говорит, пока боюсь выходить, влетели. Рядом Малис и Труц. Хорошо, хорошо. Дальше, 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 дальше. Ну да. Если вы продолжите стоять за моей спиной, блядь, так же, блядь, как вы это сейчас делаете, я хуй узнает, когда мы, сука, с вами будем продвигаться вперед, блядь. Потихоньку двигайтесь. Ваня говорит, походу на него обезьяны с гранатой все-таки. Да, они заходят, они к нему заходят. А, бля, мы еще этих согрели, да? Ладно, ребят, у нас... долбоёбы на губке дауни, блядь. Вставайте, на кипе собираемся. Все, не доси... Встаём на кипе, собираемся на кипе. Кто там еще живой, возвращайтесь на кип. Надо будет сходить наведаться к одному долбоёбу, блядь. Это точно узел на 40? Блин, так разрез на 6 секунд, что ты хочешь? 6, у нас река такая, из людей бежит на меня по 5 человек, один слым с другим. Придется на два фронта поиграть. Бля, еще эти там встали, так охуительно. Меточку поставил. Ровно на эту метку собраться. Сразу с лошадей спрыгиваем на метки. User disconnected from your channel. Сообщают, что... А, все, вроде остановились. Рейд доктора вроде возле нас там, но не остановились. Мне кажется, такое себе на них идти. Они сейчас на горочку поднимаются, рейд доктора. Пошли вперед. Нашего кипа. Пошли вперед. Под горочкой иду, вот эти. Пошли за мной. Быстрее, блять, с метки нахуй. Бегом, блять, за мной. Подходит кипа уже почти. Кто? Кто? Где? Доктор, кому? Доктор, куда? К нам подходит. Куда? К нам подходит? Да, ну давайте быстрее, блять, двигаемся. Резко жмем кнопочки. Пошли, врываемся.
Да, ульту здесь, работаем. Просто зайдите, убейте. Они пошли обратно. Они пошли обратно. Зашли, 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 работаем, заработаем. Губошлепа. Губку дам на квадратную залупу и его выродков. Все, кто умер, разрез на кипе. Проходим, проходим. В сторону хипа заходим, работаем. Собираемся на кипе. Просто собираемся сейчас на кипе. Ушли с нас или что? Такое ощущение, что назад почти все части убежали. Пуля ощущает. Да, они вот сейчас. Где раньше кип стоял? Ладно, мы сейчас на кипе соберемся. И выдвинемся. Подождем. Ловушки подкните вокруг кипа. Вокруг кипа ловушки. Нам уже все позбивали, если что. User left your channel. Пушкаря нет, пушку снимаю, баррикады ставлю. Хорошо. Хорошо. Так, так, так. Так, Хентай, блядь, в рейд нахуй. Арсений, блядьский, в рейд нахуй. Будадзё, в рейд, блядь, быстро плюсанули нахуй. А что, Арсений не в рейд? То еще, блядь, без рейда. Ну я просил, блядь. Меня хуй забили. Поэтому я один играю. Куда поехали? Куда? Всё, куда? Блядь, куда вы поехали, вашу мать? Я, блядь, даже не сказал, куда ехать. Куда вы, блядь, попёрлись нахуй? Доктора, кажись, на Горстака идут. Да. Ну и пусть идут. Так, нам же лучше. Метку обновил. Вот сейчас на метку выдвинулись. Пускай идут. На метку доезжаем. Резко на метку доезжаем. Бросаем лошадей на метки. О, доктора от нашей метки на 6 часов прям почти. Пошли за мной. Да, блядь, да срать уже на них. Главное, в нас не зашли и все заеб... Бля, ешки нажали. Встретили их, встретили их, встретили, 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 встретили. Они идут примерно. Пошли, пошли. Пошли вперед, пошли вперед. Работаем в них. В спину зайдите. Адиски уже заходят с другой стороны, осторожно. Адишки с другой стороны заходят. Работаем, работаем. Вот здесь, на дороге убили их, на бетроге. Ну, вот этих убили, вот этих убили. Хорошо. Собрались, собрались, все, все, все. Собрались. Все, ко мне. Ко мне, ко мне, подошли. Все, все, кто умер, дотекаем, все, кто умер, дотекаем. Остальные здесь похилились. Угу. Если есть... У нас есть магия? Швы хотя бы. Нету, да? Пошли. Ни один маг не зашел. Кто такие маги? Движемся, движемся, движемся. А, у нас гильдии, девочки волшебные. Пошли вперед, пошли вперед, пошли вперед. Пошли чуть вперед, прошли. Рано ульту сдал. Обходим, обходим. По левой стороне, по левой стороне, по дороге. Обходим сзади, 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 сзади. Обойдите сзади. Здесь, здесь, сюда проходить. По дороге вниз проходите. Вот, отсюда работаем. Все, кто умер, дотекаем сюда. Дальше движемся в сторону их кипа. Работаем с 6 часов у них. Вот это, ёбните эту хуйню у меня в руках, блядь. Я... Блядь, вы даже этого сделать не можете. Вы видите, Таир? Отошли, 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 отошли. Собираемся на метку. Все, ушли на метку. Вернулись обратно на метку. Хуй вас, никого не вижу. Я тоже не понял. Поймешь, что происходит. Собираемся на метке.
собираемся сейчас на метку. Бегом. Движемся. Ебать, собаки. На метке всех жду. Залейте вон тут Аирчику, чтобы он не ругался. Или мне, я сейчас подъеду. Тоже хороший вариант. О, Шайка, можешь тебе дать баф, пожалуйста? Боже, это баф от Шайки. Потихоньку за мной движемся. Вот здесь собираемся. На метке встали. Шай за баф. Это айдишки, не бейте, пожалуйста, их. Не надо бить айдишек. Айдишки с ними завязали бой. Ну вот, если бы они его чуть дальше завязали бы. Чтобы мы... Проходим вот здесь за мной. Проходим за мной. По краешку. Проходим по краешку. Еще по краешку. На слабее что-то нет. Еще по краешку. Со мной здесь. Здесь стали. Здесь заняли позиции. Стоим здесь. На флаг там уже забирали? Вот здесь стоим. Вот все, метку, блядь, куда надо, блядь, встать, нахуй. Хули вы, блядь, рядом со мной сейчас трётесь, и не нужно со мной треть. Блядь, встречать их на подходе. Почему надо стоять там, где, блядь, нахуй ставится флаг? Замечательно. По вокруг трек, флага поставьте. По одной ложке ткнули оглушающий. Флаг вот здесь стоит на метке. Можно вокруг него, блядь, ловушки потыкать? Нет? Я один буду ставить эти ловушки. Блядь, Кирейт. Флаг сзади, они, блядь, где-то там. Ладно, понял. Пошли за мной. За мной. Метку бью. Движемся по метке. Блядь, задние ряды. Че вы там делаете? Драка на дороге с айдишками. Вот этих вот. Пошли. Остановились. Магия ускорения, шай забав. Пошли за мной. Внутрь кипа. 3, 2, 1, пошли. Наверх туда проходим. Занимаем позиции. В спину зашли. Разрез форпост. Просто зайдите, блядь, внутрь кипа. Дальше туда, блядь. Займите позицию сверху. Работайте, блядь, по палаткам и по всему остальному внутри. Разрез форпост. Команда, блядь, пройти в сторону кипа, значит, надо пройти, а не стоять, блядь, нахуй, в проходе ебаном. На форпосте собираемся. Айдишки зашли после нас вторым темпом. Хорошо. Ну, за этим пидорасом можно не бегать. Соберитесь. По ловушке ткните, уже все разминировали, нахуй. Вокруг форпоста, блядь, ловушки ставим. Они, блядь, далеко, нахуй. Там дантист залейте. Еще 3 процента. У меня есть 200. Ну, включи. Ты не барабань, ты, блядь, бафай, пожалуйста. Бафы кидай. Шай, блядь, постоянно надо бафы кидать. Блядь, имейте привычку, играя на шае, блядь, постоянно бафать, блядь. Хотя бы раз в 20 секунд, блядь. Потому что многие не получают бафа в толпе, блядь. Получают только часть. Пошли за мной. Это его вчера. Пошли за мной. Бафа, вот он. Снова проходим. Сейчас вниз туда пройдем. А вон на дороге. Ешечки нажали. Купола, 3, 2, 1, жмем, влетаем, пошли, врыв. На дороге их встретили. На дороге стоит ульта, работаем. Встретили, все. В сторону экипа движемся. Рот. У меня в руках. Блин, еще бы ядишки из лучников накидывали, было вообще прекрасно. В сторону экипа проходите, блять. Хорошо, чуть отошли. Отошли. Обратно вернулись во дворик. Что там за белые точки у нас? Зачистите с белой точки. Нам сняли флаг, походу. Ну да, естественно, нам сняли, блядь. А что же еще сделали? Ну, блядь, я ебал рот. Так, хорошо, для тех, кто у нас встал на кипе, вставайте на кипе, проезжайте вот до этой метки. Те, кто живой, за мной.
А захваты кто-нибудь будет давать в этой игре, блядь? Что за хуйня была? Дал захват. Спасибо. Живые стоим, не уходим. Я умер. Нормально. Не хватит. Доезжаем. Жду всех на метке. Просто захваты порезаны. Готов. А, блин. Латрон заберем. Надо переодеться. Чуть дальше отошли. Идем, уходим. Там рейд за нами целый бежит. Проходите за ворота, за ворот. За ворота, блядь, пройдите. Стали тут. Под себя ловушки ткнули по одной штучке. Угу. Те, кто ткнули, проходите ко мне на метку. Пошли вперед. Готов ли это, блядь? Уже много вижу. Разбафы дали. Магию ускорения, шай забав. Пошли за мной. Купола инфу. Пошли. Они обходят нас, скажем. Проходим в сторону их кипа. Пошли в сторону их кипа. Заходим. Просто внутрь кипа зайдите. Блять, опять в ловушках, нахуй. Ой, блядь, я ебал, нахуй. Вот у них, блядь, а я просто зашел и начал бить палатки, похуй, с другой стороны. Ой, да нихуя. Внутри кипа деритесь, а не надо, блядь, нахуй за кипом драться. Я говорю, проходим в кип, значит, надо проходить в сторону кипа, блядь, а не стоять, блядь. А, метка стоит. Движемся на метку. На лошадях дотекаем. То вы же лучше отходите. Ну, флаг готов, естественно, потому что 2 минуты прошло, блядь. Там, если что, кому интересно... Долетаем до метки, давайте. Там их сзади экипа, можно совершенно спокойно, беспроблемно забраться к экипу. Пролетайте. Я уже забрал флаг. Пока, блядь, дождешься, чтобы кто-то его забрал. Можно пока сюда половушечки подставить. Хотя лучше не надо, мало ли, в таком месте будет флаг. Пока на метке собираемся. Под себя ловушки хотя бы подкиньте, чтобы вас не выебали сразу. И ловушки полные. Грида, дай баф. Идут. Подходит что-то, пил много точек на. Много заходит, под себя ульты. А ульту впереди. Да, ульту впереди дай немножко. Под себя ульты. Работаем. О. Хорошо, молодцы. Отработали. Все, кто умер, вставайте на форпосте, вон здесь 2 шага. Надеюсь, его, блядь, уже не выебали в форпост. Не уходим далеко, не уходим, стоим на месте. Ждем тех, кто сдох. Че, блядь, таймер нахуй, кого? Моя желтая, если что. Хорошо, шай разбав. Залейте таирочку. А таиры залейте, да, Диса залейте, всех залейте. Мне ну, тоже ну, можно. Да. Нам нужна команда из 5 шай. Разбафы, блядь, от шай, блядь. Которых 2 вроде бы, а вроде бы и а нет, блядь. Нет. Проходим. Блядь, просто пройдите, пожалуйста. Забавчики дали. Пошли вот этих встретили. Зашли. Вот здесь отработали. Купола без команды не даются. Кто, блядь, отдал нахуй купол? Прошли вперед. 200 отдана. Зашли дальше. Прошли. Все, в сторону кипа. Просто наверх, блядь, туда залетаем. Сверху работаем. В спине, сверху, как хотите, блядь. Ну, чтобы работали. Хорошо, лучники позиции займите.
Блять. А можно прикрывать как-то там, на жопу не падать, суки. Перестать плохо, там сосать хуи или еще что-то, вы любите заниматься. Мысли, блядь, на жопу не падать, это что за дело вообще? Живем, короче, дефимся. По возможности палаточки снимаем, 6 часов работаем. Все, кто на форпосте встали, подошли к воротам, сейчас поведу всех. А, к воротам. Пока трап, по трап поставьте. Так, одну палку просто сняли. Просто тусите 6 часов их. Смотри, какой хороший заход ты нашел, а? Хорошо, вижу, собрались. Пошли за мной. Все, кто собрались, движемся по меткам. Движемся. Хорошо, вот 6 часов с атаки прошли сюда, прошли сюда. Сюда прошли. Здесь зачистили вот это вот. Прочистили это все. Вилкой, блять, нахуй. Наверх вот этих. Так, палатка с этой стороны снесена, это хорошо. Там еще палатка надо. У нас обезьяна в гости, пачка. Две пачки. Внутрь кипа все, зашли. Зашли все внутрь кипа, бегом, блять. Прям заходим все, блять, все нахуй заходим. 6 часов работаем, заливаем. Мою группу на разрез до базы. Кто мертвый, встали на кипе. Кто мертвый, встали на кипе. На кипе разрез. Разрез на кипе. Отбиваем. Кто умер, встали на кипе. Остальные нас работаем около в кипе. Рейда. Все, кто умирает, встаем на кипе. Все остальные работаем в сторону их кипа. Встаем на кипе. Ультой. Минус палатки у нас. Разрез на палаток кипе. У нас нет. Все, они кончаются у нас. Это манки. Это обезьяны ебаные. Танти, ставь палаточек, ты же офицер. Да я не покупал эти итмики, я уж починю кип. Вон, ремонт. Я починю кип. Вот. Я постучу кип, у меня хороший ремонтный комплект. Я отлично ремонтирую. У меня отличный молоток, два топора и молоток. Здорово, сходи, посмотри, не поставили они флаг. Пока... Ах ты ж... Да, окей, ладно, отвлекаю. Да, я тоже. Быстро берем лошадей. Все бегом берем лошадей. Достаем все лошадей. Блин, я проебал момент. Тут Дев сам справится. Я берем использовал лошадей. 200-ку. Так, он там где-то наверху, да. Наверху склада нет. Да. А, на мою метку. А внизу в замке сюда, сейчас. Все поехали. Погнали. Скипаем все скипа. Ничего. Просто летим в сторону. Не через айтишек, там ловушки, да. Хуюшки, вот это вот все, блять. Вы сейчас начнете им ломать все, и они, блять, еще начнут вас ебашить. Быстренько на метку мою. Так. Понятно. Ну, все. Бросаем все нахуй. Это пиздец, блять. Мы не можем это игнорировать. На мою меточку сюда сместитесь обратно. Империя упала. Чуть назад. Флаг, white. Сразу лошадей бросаем на метки. На мне флаг, быстрее. Я его бью. Подожди-ка, Зараф нашел флаг обезьян. Пошли за мной, манки. Манки сыграли. Быстренько давай метки. Да. Зараф бьет флаг обезьян. Пошли, там пошли. Пусть бьет. Им ходить пока на обезьян? Пусть пока ходит, да. Пока не знаем, что. Пошли. Уже никого нет. Тут проблема в том, что тут, блядь, долбоёбы на долбоёбах долбоёбы погоняют. Собрались. Ящики нажали. Встретили вот этих. Встретили, прошли и дальше. Блядь. Смотрите, Леху, поздно слишком. Блядь. Слишком поздно.
Разрез на форпосте сейчас даем. Я смотрю, ты побеждаешь, Саров. Все быстренько на форпосте. На кипе уже восстановили палатки? Да, из трех строится. Блять, а можно быстрее нахуй? Хули вы так медленно это делаете? Ну так сбили одной моей, переставляли. Собираемся быстренько на форпосте. Вышли с форпоста. Подрезали, ко мне. Флаг. С надбаном. Надбан в да? Ко мне на метку. Порезали? Быстрее с форпоста, нормально. Блядь, нахуй. Перегружайтесь быстрее, ёб вашу за ногу. Все, встали все три. Хорошо. Движемся вперед. 8, спасибо. Кто-то мне сотенку целую залил. Здесь собрались. Ешки за бафы дали. Ускорение дали. 3, 2, 1 полетели в них. Дал ульту на дороге. Проходить дальше. Можно за мной нахуй проходить вперед. Сука, почему вы сзади стоите, суки, блядь? Хули вы трочите, блядь, сзади, ёб вашу мать, блядь? Ёбаные рейнджи, блядьские. У меня, блядь, там влетаю, нахуй дерусь, они, блядь, там... Подрачу-ка я сзади, блядь. Палатку у них... Они поставили одну палатку. Нахуй я, блядь, влетаю вообще, блядь, что-либо делаю в этой ебаной игре, блядь, если у меня сзади, блядь, эти суки стоят, блядь, них дрочат, блядь, там. Вы даже не настреливайте нихуя, блядь. Разрез форпост, быстро собрались. Во внутреннем дворе. Не идем в сторону экипа пока. Флаг через минуту будет. Латрен, флаг. Забери флаг. Флаг минуту. Уже готов. Пошли за мной, быстрее. Движемся. Спасибо. Вовремя прям уловка. Учитесь, блядь, быстрые забафы давать. Встали на метки. Забафы дали. Пошли вперед. Ни забафа, ни хуя. На 6 часов вниз прошли. Убили тех, кто на 6 часов. На 6 часов проходим. Проходим на 6 часов. 6 часов. Вот туда наверх отработали. Стреляем, работаем. Встретили сверху. А ульту наверху. Заходите прям. Шлюху лангу поймали. Работаем, встречаем их. Хорошо. Все выжившие отошли чуть-чуть, буквально пару шагов сделать это, типа. Только то, что влетает нас, сейчас работаем. Отлично, возвращаемся. На горочку. Кролик, в салфе запастил? Нет, стоп, назад. Блять, ебаный слон, нахуй. Отработаем то, что у нас летает. Запустил. Еще что-то влетает, работаем. Лично захват даже дали, ебать нахуй. А там айдишки будут не заходить, а то мы тут, блядь, на себя держим. Проходим, все, кто умер, с метки, с форпоста сюда дотекаем. Часть вижу до самого, доперла, блядь, что надо доходить. Ну, даже захваты дают, ебать. Айдишки готовы заходить. Ну пусть заходят, блядь. Че, блядь, ждать нахуй, чего они ждут? Мы приготовились, 3, 2, 1, купола дали, залетели вот туда. Зашел, за мной, быстрее. Сука, блять, Блейк, нахуй ты, блять, встал тут, ебаный в рот, блять. Давайте, работаем, снизу 6 часов работаем. Разрез на форпосте, палатки, блять, приоритетно убить. Работайте, поднимайтесь, блять, сука, поднимайтесь наверх, ёб вашу мать, сука, хули вы там внизу делаете, блядь, чё вы там дрочите? Айдишки под кипом, скажите ему. Как вы, блядь, забрались нахуй снизу, блядь, по ебаной, блядь, в горе работать, нахуй? Вышли из-под кипа, вышли. Блядь, зайти нужно было раньше, блядь. Рам какого не у нас проезжала куда-то за нас? Может, флаг будет? С форпоста дотекаем до 6 часов, там, где вот эти ворота ебаные, блядь.
Движемся. Куда пить будет вообще хорошо. Движемся, движемся, движемся вперед. Вперед, блядь, двигайтесь. Хули вы тут встали, нахуй? Вот ваши, блядь, сука, союзники, блядь, ваши сагильдийцы, ёбаные сальянцы. Вы хули там, блядь, в этом дворе ебаном стоите? Да это даже не канава, чтобы кого-то грызть там, блядь, нахуй. Резать, блядь. Встречаем то, что заходит. Встречаем. Работаем, работаем, работаем. Ульта стоит. Это скинь, была ДКшка, что ли, блядь, шотнула с одного удара? Да. Полное ХП. Блэйтер. Я просто прокол дали. Хорошо, дальше, дальше. Отработали, отработали. Ну же, ну же, ну же, ну же. Блять, да вас, сука, тут дохуя. Почему, блять, всего три человека, блять, вижу. Рядом с собой, блять. На метке вообще никого, нахуй. Палатка ставится под огнем. Две палатки. Работаем, работаем. Три встречаем человека. Вот этих две палатки. Две палатки ставят. Ставятся. Ай, сука, хуюса ебаная, блять. Внутри кипа. Внутри сейчас запрыгну нахуй. Прямо одна вокруг огненки. К сожалению, я не могу достать, я милишник. Одну сломали, одна еще ставится. Достал, блять, слушай. У нас, похоже, АКО не собирается неподалеку. Понял. Так, кто умер, пока встаньте на кипе. Кто умер, встали на кипе. Кто умер, встали на кипе. Заходим внутрь кипа, пошли все внутрь кипа. Рейд у нас. Все вместе. Все вместе внутрь кипа, бегом, блядь, залетели, блядь. Похуй, что вы хуесос на лучники, блядь, или пидорас, блядь, на лучники. Зашли внутрь кипа, убились, блядь. Команда убийца, нахуй, зашли, блядь. У нас рейд на кипе, суки. Дрочат, блядь, там, нахуй, сверху, блядь, ёб... Они продолжают, короче, стоять. В кип зайдите, блядь, убейте по максимуму. В палатку там сдохните, снимите, блядь, кип подромажьте. И на кипе встаем, суки. Назреть, блядь, на кипе, вашу мать. Они решили в палатке поработать. Ну, сейчас палатки снимут, и все, и пизда, нахуй. Встаем на кипе быстро. Даю кип ульта. Надо флаг посмотреть. Даю на кипе ульту, даю. Войдишек БС. Они на конях доехали. А, ну, понятно. Ну, в общем, закончилось. Пидорасов на 12 часов выебать. Шлюха кого не выблицких. Детей шалав, блядь, разъебать наверх. Все выходим наверх, блядь, ебем их там. Проходите вперед. На 12, выйдите все. Сдал наверху, ага, сразу сдох. Выжидите все. Кто-то выходил, кроме меня. Там, да, позади еще какая-то... Ну, я был за себя, я видел, что ты впереди вышел. Ну, ты в него, я за... Я подошел, сдал ульту и сразу же сдох моментально. Вообще. Мне нужна информация, где у них флаг стоит. Куда они лезут? С 12 или... Если что, пушка у них прямо вот на горочке. С трех точек. Предположительно на... Анзен, красава. На 9, да? Либо они наверху опять его поставили. Ой, блядь, ты кролик, твои предположительно нахуй идут, блядь. Просто скажи мне, где он. 3, 2, 1, разрез. Дали на кипе разрез. На кипе работаем, ребят. Отбиваем. Внутри кипа все зачищаем. Зачищаем внутри кипа. Почему хвача пустая, блядь? Я вышел флаг искать. Понятно. Отбиваемся, встаем, встаем, встаем. Снял пушку, хорошо. За горой нету. Хорошо, продолжаем. Ищем, ищем флаг. Тантис, на 9 посмотри. Ищу. Поищите флаг. Я еще сейчас на 3 где-то. Они с горы натекают. Они могут тут под горой стать. Рейд БСов у нас наверху. А, еще и рейд БСов пришел. Ну, блять, охуенно, нахуй. Все пошло не так, как... Ходи уже поле? Ладно, хуй с ним.
Разрезаемся. Дали разрез. Дали разрезы. Флаг на метке. Так, хорошо, пишите разрезы, сколько у кого. А, флаг на метке. Еще раз метку не вижу. Я понятия не имею, где. Ага. Научитесь, блядь, часы мне говорить от кипа, блядь, сколько нахуй. Ну да, нет, понял. Вот, 9, да, вижу. Не встаем. Подождите, 5, 10 секунд сейчас. Да, говорят на 9. Иду заниматься, 9 часов. 9 часов флаг, хорошо. Ассасины, займитесь флагом. А каково они, 9 часов. Ассасины. 3, 2, 1, даем разрез. Дали разрез, дали разрез. Остальные за нами разрезываются. Где там 9 часов? Пошли. БС, пошли пока на изишек. Пошли, пошли, пошли. 9 часов туда. Вот проходим, проходим, проходим. Вон, дохуя, вон он, флаг этот. Залетая под флаг. Ульта поставлена. Работаем. 100% флагу. Летайте, просто убейте его и все. Прям тупо все под флаг. Убейте, под убейте его нахуй. Мастер поставил под флагом. Пушка работает, часы неизвестны. Найдите пушку. Почти флаг добили, молодцы, сбрили. Теперь остатки добили, остальные доразрезываемся, помогаем. Починка, застройка. Начали. Там с 12 оставьте цели на 6, я от вас много целей. Разрезаемся, разрезаемся. Прям все толпой на одного нападать и нормально. Ну чё, Кавказ, что? Начните там ремонт ставить. Без офицеров, если не ставится. Это не Кавказ, это БДО. Гномы-то все атакуют одну цель всегда. Разрезались. Так, постройку чиним. Надо к айдишкам сходить. Посмотрите, чё у айдишек. Пушка на 6-7. Пол седьмого. Под нами где-то рядом. Пушка, займитесь. Она рядом где-то. Выходит на него БС, и он их отбивает. Метка на пушку. Бля, я знаю его отбитие, поэтому сходите и посмотрите. Метка, пушка, что-то. Не вижу. Еще раз тыкнем. Блять, его слова передавайте. Горит нормально, все вроде пока отбивает, хз. Зеленая метка на пушке. Без Пегаса не залезть. А 6 часов пушка от нашего кипа, ребят. Пегаса не залезть. Без Пегаса не залезть. Ну, возьмите Пегаса, в город, кстати, эскейп спасения в город, там, нету. Нахуй, блядь. Взять Пегаса, прийти, блядь, пролететь на нем. А посмотрим, что там. Учить вас, что ли, блядь, постоянно надо, блядь, каждый раз, блядь, напоминает. Деменция, нахуй, развитая, что ли, у вас? Манки, обезьяны идут к нам. Обезьяны к нам идут. Блядь, под секунду не дочинил кип. Отставить починку кипа. К нам уже обезьяны пришли. Губа кодаун, квадратная залупа пришла. Ребят, 3, 2, 1, ешки у купола сдали. Полетели. Залетая. Прям в них зашел. За мной не вместе. Ульта стоит, ульта да, стоит. Вторая ульта стоит. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Сука, опять там на этом ебаном пригорке стоят хуесосы, блядь. Стоят и нихуя не проходят и не делают никакой поддержки от вас, блядь. Ублюдков, блядь. Стоят, сука, дрочат там. Суки, вы заебали, блядь, дрочить. А кого они с другой стороны? 9 часов, хуесосы, а кого они? Встретьте их. Под кипом разреза напишите, твари. По команде будем вставать, готовимся. 3, 2, 1. Дали разрез. Внутри кипа зачищаем. Хорошо. Все еще 6, блядь, пушка стреляет. Надо будет снять ее. Так, на 5 часов переключитесь. Дорога, 5 часов.
остальные доразрезайтесь, поставьте по ловушке хотя бы. Подкните по ловушке, блядь, очень важно. Пушка продолжает иметь... работать. Блядь, дантист, ну возьми ты ебаного пегаса, ну блядь, слетай, блядь, сбей ты ебаный. Латрен, блядь, кто вы там нахуй? У вас же всех должны быть пегасы, сволочи, блядь. Понабрали, блядь, хуесосных лошадей, выблицких членорогов ебаных, блядь. Ездит, блядь, на этом говне ебучем, блядь, нахуй. И приседает этот ебаный, блядь, рог, нахуй, своей задницы ебаной, блядь. Блядь, что у вас, сука, в голове-то творилось, блядь, когда кто-то, блядь, курильницы, блядь, понабрал, блядь, эти пепельницы ебаные, блядь. А кто-то, блядь, взял, нахуй, членорога, блядь. Ебанутый, сука, блядь. На 3 часа зачистите несколько точек. Блядь, не могу флаг найти, блин. Точка тает постепенно, типа. Хорошо, да че? Попробуйте починить кип. Пушку сняли. Точнее, не снимаю. Блять, флаг у меня 12 часов над головой. А под кипом есть? Флаг окоуни 12 часов над головой. Отставить починку. 9 часов встретили залупенцев заходящих. Как в Марио упал, блять, на голову, кого-то ёбнул, блять. Поднимаемся на 12 часов. Где он там, блядь, сука, стоит? Понял, вижу, все, вижу. На 12 все... Так, стоп, вернулись. А, к нам рейд идет, рейд большой идет. Надо влететь в него. Приготовились. Все, пушку снял. Вниз, 3, пушку 2, снял. 1, полетели в них. Ешки отдали. Молодцы, флаг сняли. Молодцы, убили, все, флаг. На 5 часов, ребята, дал ульту на 5 часов, работаем. Хорошо, дальше отрабатываем. Дантист, ну еще отрабатываем. Как ему строить? Губку дауну ёбнуть. Сейчас у рейд. Переключаемся на час рейд. Час рейд. Переключаем. Встречаем их. Хорошо. Белые точки, по которым пытаются под... Ну и хули ты тут стоишь, машешь ебаным своим веером? Кого, блядь, ты машешь, блядь? Блядь. 12 часов. 12 часов рейд. Две пачки. Отработать. Я согнул, не сгибаем его. 12 часов от нашего кипа. Отработать. На горочку. Пошли. Пошли на 12. Ребята, ну, тут чуть-чуть осталось добить их. Ну же. Смотрите, они с часу подтягиваются. Вот еще, вот тут на час. Охуенно, блядь, вертушки нахуй за контроль. Убейте 3 часа, пожалуйста. Час два. Хорошо, возвращаемся к кипу. Остатки добили. Пидораса, Микки, убейте, блядь. Без утоп тяжело. Блядь, давать стоячему визарду, блядь, ёшу мать, сука. Стоит нахуй, блядь, статичная цель, ебать. Блядь, ни один захват не дал, блядь. Портан, еби эту шваль. А его тут нет, ха. Кто? На 9 обезьян из гранаты. 9 долбоёб из гранаты. Чекните там форпост. Они уже второй раз так проходят. Блять, скорее всего, стопудово форпост стоит. Надо найти. Готовность встречать этих ублюдков заходит. Вот форпост такого не стоит там же примерно, в дюметку. Губошлёп, выблицкие шалава, блять, у меня в руках. Сейчас выйдет день здесь. Взял его еще раз в руку. Пачка.
Работаем. Под кипом. Бля, у меня все постройки исчезли, блядь. Ничего не вижу, блядь. Под кипом, ребят, под кипом. Вкладку дефайте. Ее бьют. Очень много под кип зашло, отработайте внутри кипа, пожалуйста. Нашел фока кого не. На 5 часов переключитесь, там на дороге еще стоят хуйсосы. Даю метку, блядь, сука. Да не бить у меня. На 9 часов. Оба форпоста. И Акаони. Акаони нашел. Где он? Опять на 9, но за деревом большим. На 9 часов. Хорошо. Сначала. Ребят, на 9 часов отбили. Встаем. Разрез дали. Дали разрез. 9 часов разрез. Ближе к 10 такой. 9-10. 9-10, понятно. Ну же, ребят. Блять, а можно я не буду падать, сука, в устройство? Ёбаная выбылицкая игра. По камням, к нам на скалу. Займитесь, Дантис, займись, блять, этим форпостом. Латрен, Дантис, Зарав, блять, Анзен, блять. Займитесь, блять, ебаным форпостом. 9 часов от нашего кипа. Горида, выдели пару человек на форпост тоже, блядь. С руками, блядь, нахуй. С которой, блядь, с головой, нахуй. Играть умеют, блядь. Они инвалидов каких-то, которые, блядь, сдохнут, блядь, на подходе. Так не удалось. Со скольки он там? Свои мужики. 12 часов, 1 час, ребята. 12 часов, вот, метку бью. Отработайте вот в эту область. Метку бью, 1-2 час. Один-двенадцать часов. На них флаг на 6 часов прям так поставили. Сейчас идти к ним на флаг такой. Да, и так, там на 6 часов под ними флаг стоит какой-то. Еще манки-то поставили, что ли, подальше? Остальные доразрезались. Где он откуда поставили флаг тут? Откуда-то с 12 идут. 9 часов снова хуй кого не заходит, надо уебать. Ну же, 9 часов встали, блядь. Так он, бегай на флаг, 9 часов тоже. Давай, обходи его. Возьми с собой этого, блядь, блейдера своего. Научи его, блядь, обходить, нахуй. Остальные под кипом, дочаем. А, сука! Встали, дочаем под кипом. За пределы кипы пока сейчас не выбегаем, только работаем внутри кипа. Компактно, возле кипа, чтобы, блядь, разрезы не были там за километр, нахуй, чтобы вы моментально вставали на кипе. Самое смешное, что их лучники у нас под кипом, а клозники под флагом стоят. Да. Дали разрез. А лучники прям работаем. Под кипом, в кустах. Флаг 50%. Флаг 50% сделали. Что? Манка же чуть ниже, не флаг стоит. Вот продолжать. Дороги. Ребята, они, блядь... Руками поднимаются с 9 часов. Почему вы? Какую метку ставят? Не встречать их, блядь. Встречайте. Мертвые. И займите уже хвачу, блядь. Нет, он ставит метки, когда мертвый. На час работайте компактно ближе к кипу. Снова. А, так, вниз не лезем. Работайте сверху. Тех, что запрыгивают, бейте. У меня в руках можно кто-нибудь будет его бить? А, он в тучку ушел. О, плеер-киллер в Акалоне. Ну, это инфеймус. Там Гоба, да, он в белый чат им пишет, ебланов, в найм чаще берите, Акалоне. Отработали. Продолжаем. Хорошо, молодцы. Отлично. Продолжайте флаг кого не резать. Мне захват поймали. Ой, тут 10 человек на флаге сейчас. Я даже у них на флаге кого-то убил. 30% флага кого не. Молодцы, продолжаем. Блять, тучки убили. Ну хотя бы рядом с кипом. Внутри кипа зачищаем. У нас внутри кипа сейчас точки все. Блять, разрезы пошли, сука, большие слишком.
Так, сейчас внутри кипа. 12 часов там недалеко, метров 50 максимум от кипа. На час тоже можно, но слишком далеко за ними не убегайте. Кого не 35%? А вот этих долбоёбов, губошлёбых ебанных, губкодавно, блядь, а вы нашли где-нибудь флаг? Ну, такое ощущение, чуть ниже стоит, а кого не возможно. Да, там где-то там. Поднимается. Скорее всего, где-то на 12. Ну, блядь, надо найти ребята, блядь. Надо же его найти, сломать нам. 9 часов заходят. 9-12, 9-12. С 9 на 12 встретили, разрезались. Сначала 9-12, там только они и заходят, блядь. Ага. Все, ребят, слишком далеко нахуй, на 12 ушли. Шесть часов переключились. Встречайте. Флаг какого-нибудь упал. Молодцы. Губка даун. Бегу искать. Идет. Готовимся. О, адишки пришли. Там, блядь, БСов немножко сняли с адишками. Не успел ты мне. Пока не лезем. Просто сверху. Флаг Макак на 9 чуть дальше, чем было кого-нибудь. Флаг Макак на 9 чуть дальше, чем кого-нибудь. А, вот забьем. Хорошо. Так, ребят, быстренько. Вот, блин, нашел, да? Да, все, бьем. Осталось 10%. Сюда идти не надо. Все, айдишки сняли, молодцы. Флаг сняли. Осталось только ублюдков добить. А почему нахуй он мне в спину за... Че, Данди, сейчас не поднимемся. У меня игра зависла. Починка кипа, застройка, быстрее, ребят. Пока нам немного времени выиграли. Сняли, да, флаг? Молодцы, возвернитесь быстренько. Ёб твою мать, а чё? Всё, не бегаем за целями. Давай, такие планы. Сверху там одна единичка на цели. А Горстак сейчас чем занимается вообще? Он БСом 50% оставил. А нет, ты планы. Должен, по идее. Не знаю. Над нами пушка колонии, айдишки говорят. Над нами пушка колонии. Ну займись, блядь. Ну, блядь, Горида, попробуй своих людей тоже выделять туда. И сказать, что вы, блядь, сняли там. Я инфу даю и выделяю людей. Я это... Точка. Нет, ты мне говоришь, о, я вот постфактум, блядь, думаю, блядь, что делать. Я в огненьку сел. Да, это, а так, в нас... Ну, сиди, защищай. Сейчас сумон, потому что давай. Пролетал на петухе этот, как Каони. Ребят, чиним быстрее. Хватит просто так. Жги, мрази. Ставьте ловушки, чините кип. Хули вы просто, блядь, бегаете нахуй. Чем быстрее вы чиним кип, тем лучше для нас же, блядь. У нас, если что, нет варианта нахуй выиграть на этой осаде. А можно и до нейтрала дойти. Не обязательно побеждать всех. Узел будет наш. Если вы, блядь, перестанете страдать хуетой, блядь, ебаной, может быть, блядь, и дотянем. У меня был вылет, почти произошел уже. Хорошо. 40. У айдишек пока все тихо, они стоят под нами, что им делать? Ну, могут, допустим, помочь там, блядь, БСов попиздить. Могут еще что-нибудь поделать, блядь. Может, не знаю, что-нибудь поделать, блядь. На БСов или на Каони, например, не знаю. Вот, на кого. Блядь, пусть выберет, кого хочет. Я бы предложил на БСов сходить. Обезьяны шестят от нас. Обезьяны дерутся сейчас с одежками под нами. Ну, у нас сейчас ходит трое, что ли, блядь? Нам главное палатки установить, мы справимся. Они сейчас их вайпнут, окей. Да, что-то я, блядь, только белые точки рейд вижу, снизу. Нахуй. Ребят, приготовились, отставить починку, к нам рейд пришел. Отставить починку. Бросили все. Вернулись к кипу, блядь. Что? Кто на меня, блядь, что-то поставил, нахуй? С 5 часов встретили. АБС на докторов раньше, приходит? Раньше, чем они дошли, встретили их. На 5 часов пройдите, блядь, дальше. Докторов флаг ставил прямо под айдишками. Все.
отвернулись. Может, типа, все. Там ну, айдишки. Нас не били, там айдишки. Ну да. Добили на 3 часа. По странно. То есть они вроде с грандами воевали. Ой. У докторов на кипе вообще никого. Там 3 человека сидит. Они что, ушли? У нас грандов, под кипом тварь. Потому что они ставили флаг на грандов. Пидорасина ебаная. Блядь, захваты не работают, сука. Что там, палатку сняли? Рейд-аковани идет к нам. Рейд-аковани в сторону. Со скольки часы? 6 часов. Готовь. 6 часов. Собрались на кипе, куда вы, сука, убежали, блядь, вернитесь. Смотрю я на флаг. Встал, блядь, вернитесь нахуй. Надо я сейчас на кулаком зайти. Тоже. Приготовились, а. К нам хуесосоони, блядь, пришли ебаные. Да какие копии? Осматриваю на флаг. Хорошо. Что тут за территория? Под кипом зачищаем точечки. На слона хуй забейте, пулять. Ну нахуй вам этот слон, блядь. Осадка справится с ним. Надеюсь. Ну да, брать захваты 40, это, блядь, по-моему, какая-то фантастика ебаная. Слон ворота бьет, ёгненько. Под кипом зачищаем. Ну, бля, я стреляю. Нету рейда никакого, я не вижу никакого рейда, нахуй. Все, что я увидел, это, блядь, всего 7 точек. Вот сейчас стреляю в ворота. Я стою, я огненько. Ну и кучу наших точек, которые, блядь, даже убить эти 7 точек не в состоянии. Благо, короче, нет вокруг. Понял. У нас что, какой-то бездеф огненки? Бля, я хуй его знает. Я вообще против стороне стреляю, конечно. Смотрите, мамки, возможно, на 12 хотят залезть. Пачка какая-то. Собирается. Сейчас, говорят, собирается хуйсосы. И нужны. Блядь, восстановите пиздец, палат. Нужно. Сука, блядь, нахуй. Их снимает, как сейчас, мы только блядь. Ставим. Так, блядь, почему у меня огненки, нахуй, блядь, ремонтка встала, а палатки не встали, нахуй. И баррикады, блядь, встали. Сейчас вот зашли, встретили их, разрез дали. Дал ульту прям вот на этом врыве, на 12 часах, работаем в них. Работаем, ребят, работаем. Так, скорее всего, форпост где-нибудь на часе. Я там только что был, замки ничего не было. Я вообще не знаю, как они прошли, откуда взялись сверху. Они снизу. Я тоже вверху. А теперь наверху, смотри, на горе. Чекните в любом случае форпост. Да-да, замок мы уже чекнули, замки нет наверху. Все, если нет, то хорошо. Работаем, ребят, работаем. Хули, блядь. Слон Акионе в этом самом спрятался. Хитрый. Губодаун там, он около ворот бегает. Блядь, ёбните их раньше, чем они сделают это. А, делитесь себе. На 12 работаем. Кача. Темпенбайр упали. Бать. На кого же пойдут доктора? А вы угадайте. На один час встретили. Вас очень много под кипом стоит. Пиздец, блять. Они заходят, встретили. Всегда со спины кто-то атакует. Они зашли, ну, разрезы дали. Дали разрезы, пока есть возможность так. Это за хуйня? Я шифтуюсь. Хорошо, внутри кипа чисто зачистите, чисто внутри кипа. Просто в лицо убивают, через блоки. Нашел флаг Акавани, он совсем вот далеко стоит. На 6 часов. Ну, понятно, лежим, не встаем, лежим. На сколько? Пока не на встаем, на 6 часов лежим. Возле стенки нижней, вот к дороге прям бежать. Ну, далековато. А, понял. Да-да-да. Приготовились к это 300 метров. 300 метров. 3, 2, 1, дали разрезы. 5 часов убили Акавани. Работаем.
А у нас огненька стоит, она стреляет? Кролик, так, айзишки жмал... сейчас будут по возможности защищать все вниз. Она не стреляет. Не жал этот... Так, ну, мою муку сломали, которую я снял. Отжимал он за Рафа, я дал слот. Все понял, хорошо. Засейвься, пожалуйста, отойди куда-нибудь подальше, чтобы не сдохнуть. Встали, доразрезались. Чисто на 12 на час работаем. Идет большой рейд с часу. Ешки нажали, купола нажали. Движемся в сторону рейда, метку бью, полетели в них. Раньше, чем они зашли, Зашли быстрее, блядь. Они с горочки. Остальные приготовились к разрезу. Ждем 5 секунд. Три. Два. Один. Дали разрез, у кого есть. Там не так уж и много, да? А остальные доразрезали сейчас. На час. На час, ребят, на час. Ну, то есть Алена сейчас 4 против нас двух, да? У меня губка хуйсос. Выебан. Работаем. Шел на лошади, сел около ножки совершенно спокойно и пошел пиздить кип. Встали, разрезались остальные. Под кипом зачистили. Че, не все тучки выходят, заебали. Я в городе встану. Хорошо. Бесса снова найди, короче. Не знаю, куда доктора пошли. Под кипом, ребят, зачистили. Так, на час приготовились идти. Приготовились на час. Снял форпост их. Молодец. Пошли, ребят. На час все вместе, под час, метку бью. Зашли, дальше за ними. Движемся. Сгрызаем. Форпостом снял такуан. Работаем. Добили, ой, блядь, догнали санами тряпками их нахуй. Ульти. Кого не бьет кип. Рейд такой не бьет кип. Остальные... Да нету тут рейда. А чё мне кип не отображается вообще наша? Все, возвращайтесь к кипу, нам надо сейчас. Внутри кипа отработать. У меня выбледок в руках. Полнодишек что-то тут делает. Да не кипа сейчас помогает. Сейчас вы их не убили, понятно, блядь. Ну хотя бы убить сейчас. 6 часов рейд такого не идет. Ну, блядь, у нас два рейда, да? И... Ребят, работаем. Вон топчет кип. Ой, БС к нам поднимаются. Ну, БС на одишек сейчас. Работаем, ребят, работаем. Блять, убили слишком быстро. Под кипом встали. Так, сколько у нас процентов? Кролик просит, будь наготове. Да, встаю, вроде. Встали, ребят, разрезались. На 12. Напишите разрезы. Нужно очень важно знать, сколько у нас. Под кипом зачищайте. Так, у кого сейчас 5-7 секунд, встали резко. Встали. Додрались максимально. Остальные лежим. Остальные не встаем. Вот сейчас уже все, перестаньте разрезываться. Как только 0 будет, сразу 0 пишите мне. Как только 0 будет. Готовность. 5, 4, 3, 2, 1. Все вместе встали, кто есть возможность, встали. Под кипом ульта стоит, работаем. Работаем внутри кипа. Сильно далеко от кипа не отходим. Блять. Работаем. Ну хоть губку убил. А я видел, как Тайр лежал на попе. Давай разрез. Да. Все, встаем, ребят. Дали разрез, встали, все вместе, резко встали. Дали. На слона хуй забили, убиваем 5 часов. Продолжаем, отбиваем. Мысли он лежачий, бля, прыгал в воздухе. У нас есть точечки, надо на 12 сейчас отработать.
Губка дауна. Он только что падал. Заходит под кип, работаем. 12 часов. Пошли, пошли, пошли. Отработали их. Дальше, 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 дальше. Ой, хорошо. Ой, молодцы. Вот сейчас хорошо сработали. Внутри кипа дочищаем остатки цели. 5 часов, каково они идут? Надо отступить. Сдохни. Там на горе трое просто на шотные были. Ладно, да разрезались быстренько. У кого есть возможность, встаем. 5 часов, каково они идут? Встречайте их до того, как они зайдут. Встаем, встаем, встаем. У нас еще есть. Под кипом всякие шлюхи залетают, пытаются. И уже суицидится в тупую, блядь. Так что ебашьте их под кипами. 5 часов очень много. Очень много. Надо убить раньше, чем они, блядь, соберутся и начнут что-то заходить долгий вместе. Разрез. Просто выходите и расстреливайте их. Где, блядь, скиллучники, которые должны, блядь, там со скилла, блядь, шотуют? Почему, блядь, во вражеских рейдах меня шотуют нахуй, а в моем, блядь, они ничего не делают? Стою. Вот, вот. Сразу срочников 6 на горочке. Под кипом зачистите цели, белые точки, дочищаем. Взял, еби его, еби, еби, вот так вот, блядь. Потихоньку пытается подняться. Ебаная сарка, иди. Ой. Охуенно, сорка просто, блядь, со скилла чуть не ебнул. С 12 спустились. Зашли, они зашли, работаем, ребят. Они зашли, работаем. Меня ебнуло. Гошу Джима, вот этого хуесоса. Да, вот так вот этого хуесоса ебить. Блядь. Молодец, Алена. Вот захват. Это их РЛ. Ну все. Встали, встали. 3% у нас. Работаем. Если есть шай, под кипом стакана давайте. А, все, сейчас наш. Они да, зальют по скиллу и все. Они сейчас на крест течет. Давайте, есть, процент семи. Остался, еще заходят, работаем. Ясно, все. Наемникам спасибо, остальные в рейд-канал собираемся. Никто не расходится, не выходит из ТС-ки. User joined your channel.